Ну все уже выкладывают. Давай, 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 ты видео снимаешь. А, снимаю? Она смотрит. Да, да, видео делать. А, видео. Кому привет передаете? Самый прекрасный день на свете был. Мне вообще безумно, нам очень понравилось все. Молодцы, приходите в татарский центр. Нам больше всего понравилась песня Динара Фейсханова. Районный, как здесь примерно? Ну ладно, самый-самый лучший день. Нам очень понравилось. Мы тут танцевали. Молодцы, танцевали. Девочки. Какой класс ходите? Девятый. Ходите в татарский центр. Да. Там еще и сами научитесь. Летом это ускоренный курс татарского языка. Летом там. Да мы знаем. А мы знаем татарский. Вы придете там проверить вас? Тест. Да, насколько хорошо знаете, да? ЕГЭ сдадите по татарскому языку. С силой своей проверить. В общем, сегодня мы очень встреча с писателями. Всем спасибо за сегодняшний день. Организаторам. Всех организаторам вообще огромное спасибо, что делают в Москве. Что делают в Москве сабанты, потому что в деревнях иногда не получается. А в Москве вообще по кайфу. И вы у нас хорошие, цветочки наши. Спасибо. Так что давайте Пушкину приходите. Да, обязательно. Салям, Дуслар. Мучарига, салям передаем. Давай ты говори. Очень большой. Да. Очень рады, что наши председатели, там, правительство делает такой сабантуй для нас. В нашем районе. Да. Почаще бы так делали, чтобы люди приезжали сюда, отдыхали. Также встречались со знакомыми своими. И дискотека, чтобы дискотека подольше. Дискотека подольше и музыка подольше. Да, музыка чуть-чуть, да, для молодежи была, потому что некоторые сидели просто так. Осенью, до весны ходите. Там встречи интересные бывают. Может, танцевать, петь научитесь по-татарски. КВН там бывает. КВН? Это для нас, да. Втянетесь. И принимает, и русских принимает. Почему там? Да, если, может, человеку нравится. Ну да, наша религия. Да. Религия наша. Не обязательно религия. Там, может быть, концерты какие-то, танцы. Ну, мы там будем, Алакша. Да. Все, спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.